Итак, теперь расскажу, как это выглядит изнутри с точки зрения BeagleBoard. Когда сканер не подключен, соответственно, нет и устройства DevScanner 0. Теперь мы подключаем сканер. Детектирование происходит где-то около 15 секунд. Вот сканер определен. Теперь должна запуститься приложение записи. Приложение записи запустилось. Record Scanner. Lame – это кодировщик звука, когда открыт шумодав, он запускается. Record Scanner постоянно крутится в памяти, опрашивает сканер. Исчезает только тогда, когда сканер отключается платы. Теперь посмотрим, что у нас накопилось в папке сканер аудио, который располагается на третьей партиции флешки встроенной. Я делал некоторые тесты заранее, поэтому там накопились файлы. Сейчас мы их удалим для чистоты эксперимента. Проверяем, все чисто. Ждем. Так, уже появились некоторые записи. Время сейчас 13:36. Так, записи появляются. Вот еще одна папочка нарисовалась. Если определен PLDPL-код, он добавляется к частоте, на которой он был определен